Скажите, пожалуйста, какой сэндвич самый популярный во Фрешлайне? Готовное было, понятно? Не очень понятно, прожуйте не. Фрешлайн настолько вкусновато, а поэтому можно варить понятно. Такое ощущение, что его подушкой придавили и пытают. По франчайзингу. Сейчас, подождите, я... еще один вопрос есть. Как вообще дела? Ну, съел сэндвич, стали лучше. В чем секрет вашего успеха? Я мало ем сэндвичи, и те, которые остаются, я его продаю. Ну, правда, с Фрешлайном немножко располнил. Да, обидно, когда тебе говорят, в тени живота ты его уже втянул. Как бы я женился, поэтому я обязан располнять, иначе скажут, что это фейковый, ну, что это фиктивный брак. Какие у вас еще достижения, кроме свадьбы, было за последний год? Ладно, Вадик, давай нормальное интервью начнем. Мы сидим сейчас в 55-м Фрешлайне, юбилейный. 55 это считается. Красивое число. Для нас это особенно значимое число. Полтора года назад я со своей ближайшей командой, мы собрались вместе, у нас тогда было около 18 человек. И мы определили для себя большую цель, к которой мы стремимся, открыть 55 Фрешлайнов. У нас тогда было 25 Фрешлайнов. То есть, ну, это больше, чем в два раза увеличить сеть. Я нарисовал на стене 55. Я пообещал, что всем, кто в этой комнате, я подарю айфоны на открытие 55-го Фрешлайна. Жалко, что меня там не было. Да, мне тоже жалко, что тебя там не было, иначе мы бы открыли быстрее, мне кажется. И правда, для нас это был вот прям очень значимый Фрешлайн, особенно последние полгода. Приходилось много работать для того, чтобы это все получилось. Ничего себе, много работ. Когда достигается поставленная цель, получается какой-то вакуум, а дальше что? Очень хороший вопрос. Мы готовились к интервью, как бы странно это ни казалось. Да. Если коротко, то на сегодняшний день нету разницы, откроем мы сейчас будет 55 Фрешлайнов, 45 или 65, в этом вообще нет разницы. Разница есть в другом, чтобы каждый Фрешлайн, который работает, он был чистый, он был дружелюбный, он был вкусный и он быстро обслуживал наших гостей. И если мы это все сделаем, и тем самым повысив рентабельность, доведя рентабельность до определенных планов 15-20% показателей, то дальше как бы нет проблемы открыть и 300, и 3000, и все. Поэтому сейчас всю свою команду, я вот эту цифру убираю со стены, там 55 или сколько-то. Я говорю о том, что мы не продаем франшизу кому попало, да, мы очень внимательно отбираем партнеров, и мы глубже выбираем место. Поэтому, то есть мы очень в большом количестве мест не будем открываться. Да? Мы будем открываться только там, где это точно будет работать. Почему? Вот это в туннелях вот этого не будет. В устьях реки да. Больше проектов Фрешлайн не будет. Реки не будет точно. Активное развитие вширь, оно закончилось. Почему? Потому что сейчас началось активное развитие вглубь. Мы обратили все наши финансы, внимание нашей команды и мое личное на внутренние процессы. На уборку, на текст. Наконец-то, Вадик. Просто с уборки нужно начинать. То есть все, что нужно делать, первое, это надо вначале нужно помыться. Ну, то есть это... Это намек? Да, ну как... Извини, я очень рано запланировал интервью, я не успел. Когда было 55, была четкая цифра, понятно, что будет 55, мы достигли цели. Как достигнуть каких-то KPI, какие показатели будут? Чистоты, дружелюбности, открытости, хорошо, быстроты. Первый параметр – это рентабельность самих точек. То есть задача – повысить количество транзакций. Да, то есть количество гостей, которые приходят в точку в среднем каждую неделю. Это первый параметр. Да, то есть это самый главный. То есть если гости к нам ходят, значит у нас все хорошо. Соответственно, мы повышаем количество транзакций, если мы ставим план по количеству транзакций по каждой точке. Это первый параметр. Второй параметр. Для того, чтобы нам было легче, я работаю в этом году с двумя топовыми в СНГ, там самыми, я считаю, крутыми специалистами в своей области. Это Ирина Аврудская и Александр Мусатов. И Кириллович. Да, и вы, ребята. Это ребята, с которыми мы переработали сырой, мы переработали полностью маркетинг. И у нас есть маркетинговый календарь с выводом определенных продуктов в меню Фрешлайн, да, там горячее мясо, ребра, разогрев сэндвичи и так далее. Есть определенный план, который мы реализуем на точках для того, чтобы стать более вкусными для вас, для наших гостей. А с Александром Мусатовым мы стандартизируем процессы в ресторане, начиная от прихода на работу, того, как сотрудники себя ведут, дисциплинарная политика, уборка и так далее. То есть у нас есть идеология, у нас есть маркетинг, который отталкивается от продукта, и у нас есть стандартизация всех процессов, которая приводит к более качественной системной работе самого заведения. Как это оценить? Результаты всей этой большой работы. Маркетинг мы оцениваем транзакциями, а стандартизацию мы оцениваем при помощи чек-листа, да, что мы внедрили, и
У нас есть еще мощнейший инструмент, о котором я хочу рассказать. На выходе висит планшет с тремя смайликами. И вопрос: вкусно? И ты, выходя из заведения, просто нажимаешь, вкусно тебе или невкусно, или нормально. И исходя из этой статистики, мы понимаем срез по всем заведениям и по каждому конкретному. Есть задача по увеличению этих параметров. Итак, там 4 вопроса. Вкусно, чисто, быстро и дружелюбно. Таким образом, мы получаем информацию от наших гостей о том, какой на сегодняшний день фрешлайн. И задача всей нашей команды: первое, увеличение количества транзакций. Второе, при помощи чек-листов получить результаты по внедрению стандартов, да, оценку стандартов. И третье, это повышение показателей по 4 параметрам. Вкусно, быстро, чисто, дружелюбно. Давай сделаем немного более чисто. Более чисто, да. Вот так же, да, это делается по стандартам фрешлайна, да? Ты пользуешься айфоном? Пользую айфон, да. Давай сделаем такую легкую паузу и покажем те приложения, которые ты любишь использовать для бизнеса. Да, ну начнем с самого как бы того, что, ну понятно, Google календарь. Расписаны все наши встречи, все мероприятия, которые наши совместные. Почту я использую обычную почту, как раз Apple-овскую. Вандерлист я использую для каких-то своих, для таких коротких задач. Ну, покажи что-нибудь. Ну там какой-то ящик для зарядки, ну такая для собственных записей. Ну понятное дело, мы пользуемся мессенджерами. Ну вот есть, например, сообщения с новостями. Это как бы у всех наших сотрудников установлен Telegram, это такой источник, я могу в Telegram что-то написать, и здесь есть новости, все наши ребята, которые на меня подписаны, которые заходят, которые здесь работают, он распределен по регионам, я имею канал прямой связи со своими сотрудниками. Я отправляю сообщения, и все сотрудники получают эту информацию. Понятно, WhatsApp, Viber, Google Диск. Понятное дело, там хранятся, это наш обменник, через который идет вся наша коммуникация. Google таблицы, Privat24. Самый главный инструмент сейчас, это внутри компании, это Work Section, программа по управлению задачами. И здесь все задачи, которые есть в нашей компании, они имеют степень важности людей, которые подписаны на эти задачи. То есть можно обмениваться всякой информацией, прикреплять различные там документы, файлы, писать комментарии. Ну, то есть, и, соответственно, отслеживать, какие задачи у нас сейчас выполнены, какие у нас задачи сейчас еще выполняются. Ну, как бы, это такой мощный достаточно инструмент синхронизации задач. Игрушки какие у тебя установлены здесь? Ты знаешь, у меня игрушка вот установлена, ческом, шахматишки. Ты не играешь вообще? Ну, играю вот в ческом. Ну, там в Angry Birds. Ну, в смысле, какой Angry Birds? Смотри. Смотри, тактика, ну и решение шахматных задачек. Начать. И все, и дальше пошло время, ты решаешь шахматную задачку. Это очень развивает мозги. Птицами по свиньям стрелять. Так, сейчас, подожди, извини, я занят. Какое помещение будем выбирать? Вот это вот, которое сбоку там. Вот тут трафик хороший, видишь, тут ферзь стоит, пешки трутся рядом. Мне кажется, здесь надо фрешлайн открывать. Ну хорошо, а вот из таких жизненных приложений, не бизнес, что у тебя? Ну, тикет, вызов такси, Uber. Не, ну не так скучно. Ну, ты знаешь, на самом деле, переводчик. Музыку слушаешь на телефоне? Ну, как бы мало, в основном аудиокниги. Аудиокниги? Чем пользуешься для аудиокниг? Пользуюсь обычной программой музыкальной. Ну, то есть ты их качаешь? И не сервисы, ну, типа, да, там Литрес? Не, просто закачиваю. А, не покупаешь, да? Ну, понятно. Да. Все. Просто закачиваю, играю. Уважаешь интеллектуальную собственность, да? Да, просто закачиваю. И всем рекомендуешь. Для бега что-то используешь? Да, бегаю, когда бегаю, использую. Ранкипер у меня стоит. Вот. Не ранкипер, а этот Найковский, да? Найковский. У тебя фитнес-браслет Найковский, да? Нет, у меня нет фитнес-браслета, у меня фитнес-телефон в кармане. TripAdvisor, что еще? TripAdvisor. Ну, это все на самом деле. Скучно у тебя телефон. У меня ничего не скучный телефон. На самом деле, ты зайдешь в список задач моих, список моих задач, и сразу становится не скучно. Реально, при помощи. Зачем ты покупал седьмой iPhone, если у тебя так мало приложений? Ключевые инструменты — это почта, календарь, Google Диск, Work Section, и мессенджер. Приват-24. Ну, Приват-24 тоже. Такой хороший мессенджер. С хороших и плохих сообщений, да. А вот, кстати, интересная штука, которую мы сейчас будем внедрять, это iAuditor. Это когда можно делать чек-лист торговой точки. Ага.
Ну, то есть, вот, например, там некий чек-лист, заходим, начать аудит. Асфальт без окурков, без мусора, без фекалий, без застарелой грязи, разлитых напитков в зимнее время, без сугробов, наледи, посыпан песком. Да или нет? Это напишешь «да». Например, плитка без грязи. Нажимаем «нет». Если нет, то можем сразу сфотографировать и отправить этот отчет, там, ну, какую-то сделаем фотографию, использовать фотографию и дальше. Кому она уходит? Пометить как завершенный, ты отправляешь этот отчет, выгружаешь, и дальше на основании его можно, если там проведенный людей. Аудит, не, можно повышать людей. Угу. Все люди делают все правильно, что же увольняют? Иди фекалии убей, негодяй. Вот тебе фотка. Ну, то есть добиваться от тех франчайзи, которые у нас уже есть, давать им дополнительные инструменты, дополнительные продукты, дополнительные картинки, фотографии, инструкции. Все эти вещи, которые позволят им зарабатывать больше денег. В этом весь смысл. Даже внутренне мы с нашей командой сели и мы поняли, что, ну, наверное, не все фрешлайны, да, из тех, которые на сегодняшний день работают, мы оставим работать в сети. Я надеюсь, что все фрешлайны, я надеюсь на это, что все фрешлайны смогут измениться, стать вкуснее, качественнее и смогут привлечь достаточное количество новых гостей, удержать постоянных, чтобы они остались в сети. Но если это не произойдет, то внутренне моя задача сделать так, чтобы мы через год здесь с вами встретились, и я сказал, окей, у меня все фрешлайны. Это если вот этот не закроется. Этот не закроется. Вот этот не закроется. Не, это флагман, это фрешлайн на Льва Толстого, 55-й, это в центр Киева, это моя мечта вообще, такой фрешлайн открыть. Общепит, да, гастрономическая сфера, это бизнес маленьких улучшений. Ну, то есть, где-то 1000 вещей нужно улучшить во фрешлайне для того, чтобы он стал этим бриллиантовым фрешлайном, да, вот этим фрешлайном мечты, который бы срабатывал 100% как бизнес-модель. Я не хочу, чтобы у фрешлайна, который мы открываем, были ошибки. Вот я хочу, чтобы мы открывали и были на 100% уверены в том, что он там будет работать. Тогда мы откроем 300, ну, 500. Следующая болевая точка. В результате ориентации на улучшение, на качество, на вкусность, что будет происходить с персоналом на линии? Вот которые готовят. Вот то есть раньше мы бежали, открывали новые, и вот они как-то там жили. Это а вот что с ними? Офигенный вопрос. Знаешь, ну, мы готовимся. Надо привыкнуть к этому уже. Ты всегда, когда открываешь новые, у тебя не слишком качественная работа. Потому что ты открыл новое заведение, тебе нужно людей дополнительно. Ты все время работаешь в дефиците квалифицированных хороших сотрудников. Сейчас, когда рост замедляется, то у тебя есть возможность отобрать тех, которые лучшие, классные, доучить их и довести их взаимоотношения с ними до более высокого качественного уровня. Чуть-чуть увеличиваются зарплаты, чуть-чуть увеличивается срок жизни сотрудников компании. Мы идем к тому, чтобы ребята работали у нас год-два, делали внутри фрешлайна карьерный рост. Младший сотрудник, сотрудник, старший сотрудник, администратор, управляющий, территориальный управляющий. Ну, то есть у нас и так создана внутренняя карьерная лестница. Просто раньше по ней было, ну, по ней движение было хаотичным. Руки-ноги есть, ты теперь директор нового фрешлайна. Да. Классные критерии. Все, халява закончилась. Ой, у нас сейчас еще 3 откроются, надо хоть кем-то. А сейчас как бы ты понимаешь, окей, если человек не справляется, ты ему уделяешь внимание, ты его учишь. Но если как бы он не справляется совсем, ты находишь того, который будет справляться, опять ему уделяешь внимание, учишь, мотивируешь. И я уверен, что через год качество сервиса во фрешлайне будет выше. Вот мы стали свидетелем недавно истории с United Airlines американскими, где силком вытащили человека, разбили ему нос. В общем, компания получила очень негативный фидбэк. Но компания вообще получила минус почти миллиард. Ну, они там восстановились потом, конечно, но минус. Да, но удар по репутации был колоссальный. То есть... Ресторанный бизнес точно такой же. Клиент может его действия или действия сотрудников каких-то, которые не думают о стратегии развития. Компания, о которой ты вот так красиво все рассказываешь, они могут от этого не разделять, не знать, им это не интересует. Есть ли способы избежать такого в ресторанном бизнесе? Именно поэтому как бы в определенный момент с ростом сети сложности, которые ты встречаешь, их больше, чем плюсы, которые ты получаешь. Ну, то есть, это такой прям наступает момент. Именно поэтому важно в какой-то момент прям притормозить и проработать хорошо. То есть, сотрудников надо учить, им нужно давать правильные инструкции по поведению в нештатных ситуациях, как себя вести, например, с точки зрения там толерантности, расовой и еще какой-то, да, то есть, чтобы случайно сотрудник не повел себя некорректно, неправильно, да, тем более, как бы у нас сейчас очень общество политизированное, да, и все эти вещи очень остро воспринимают.
занимаются, там где-то не на том языке что-то написано, или какой-то, например, недавно была ситуация, когда один из франчайзи в рекламных целях выложил картинку, которая достаточно сильно обижала восприятие женского пола, да? Смысл в том, что нам удалось быстро довольно отреагировать, принести извинения и от лица франчайзи, и от лица компании, принять меры по отношению к тому сотруднику, который это как бы, да, эту ситуацию создал. Да, сотрудники могут себя повести неправильно, некорректно, могут быть спровоцированы, бывают иногда и скандалы, и драки, и так далее. У нас достаточно бывает часто ситуация, когда заходят, например, люди, которые, ну, неадекватные и все такое, и достаточно сложно даже охране в этой ситуации, потому что у нас обязательная охрана в каждом заведении, которая приезжает по кнопке, есть инструкция, мы вызываем правоохранителей и все такое, но это очень бывает неприятно, когда один посетитель, например, мешает другим. Тут такая ситуация: с одной стороны, ты защищаешь интересы своих гостей, с другой стороны, ты не можешь, ты ограничен достаточно в инструментарии, которым ты можешь, то есть ты не можешь взять и за руки, за ноги вытащить человека если... фрешлайна. Из фрешлайна, да. Что-то происходит. Да. Да, хватит. Так, камеры заснялись, значит, можно будет подавать на тебя в суд, да? Да. После этой ситуации, которая была заснята телеканалом French TV, Freshline потерял в капитализации около 70 гривен. Около 1 миллиарда долларов, и теперь наша капитализация минус 999 миллионов 900 тысяч долларов. Может ли мужчина стать миллионером благодаря женщине? Может, если был миллиардером. Это про Freshline. Это 78-й анекдот. Старый. Я спускаюсь с управления вверху, да, то есть управление какими-то там планами, стратегиями, еще что-то. Мы понимаем конкретно. Нам нужно спускаться на точку. Я провожу на точке хотя бы один день в неделю. Ну, то есть я приезжаю, я становлюсь иногда за прилавок, я становлюсь за кассу. Мы садимся с нашими территориалами на точке и думаем, окей, какие должны быть ценнички, какие должны быть точилочки для ножей, как принимать закупку правильно, какие помидоры мы можем использовать, какие не можем. Вывешиваем картинки, фотографии, подписываем все места, что здесь лежит, что здесь лежит, что там лежит. И вообще, как бы, когда есть система, это в этой системе комфортней, удобнее, приятнее работать в том числе. Потому что, на самом деле, у нас в офисе, из-за того, что мы были все перенапряжены, и все развивалось сверхтемпами, перенапряжение. Никто не справляется, никто не успевает, всем с этим тяжело. Сейчас мы придем в режим спокойствия. Мы спокойно, уверенно улучшаем процессы внутри. Все успевают, все справляются. Вот такой вот весь планшетик. Вопрос. 4 вкусно. Написано вкусно. Было вкусно вам, ребята? Да. Да. Быстро? Да. Латте долго несли, надо машину ставить. Средненько ставим. Чисто? Чисто. Чисто. Дружелюбно, как вам? Я. Я вас тащил, вытаскивал отсюда за ноги, за руки. Ну, поставим такой. Оставьте свой номер телефона. Роман, номер телефона твой. Оставьте видеоотзыв. Мы тоже, кстати, видео снимаем. Вот, снимаем видео. Нам все очень понравилось. Было очень вкусно. Было очень вкусно. Пожалуйста, откройте дверь. В общем, отдайте паспорта ребятам. А можно, они нормальное видео записали, отдайте им паспорта. Пожалуйста. Вот все, хватит. Спасибо за отзыв. И вот эта штука, она на самом деле ориентирована на уже на вот результаты по этому планшету. Ориентированные управляющие ресторана, то есть чем выше его показатели, да, чем меньше негативных отзывов, больше позитивных, тем, естественно, выше его, ну, его просто зарплата. И остальные сотрудники тоже будут скоро получать премию, вот-вот мы внедряем, тоже будут от количества, если будут много, ну, от хороших отзывов, будут получать тоже премию. И что важно, если вы оставили телефон, то мы в течение суток будем вам перезванивать и выяснять, что, собственно, не так. И можно посмотреть видео, отзывы, разобраться в конкретной ситуации. То есть это инструмент, который легко дать обратную моментальную связь. Я считаю, что это ну, прямо штука, которая должна висеть в ближайшее время во всех ресторанах. Это очень удобная админка, которая считает просто KPI. Ну, то есть высчитывает конкретные показатели, то есть по неделе, месяцу, по любому ресторану. На самом деле это то, чего не хватало мне как управленцу для того, чтобы просто оцифровать сервис
То есть это конкретные цифры. Я понимаю, я захожу, смотрю на показатели ресторана, да, какие-то финансовые, например, первая часть. А вторая, я захожу, смотрю на результаты обратной связи и отзывов. А третья, я смотрю на результаты контрольных замеров, чек-листов и так далее. И таким образом у меня, по сути, пульт управления рестораном, электронный пульт управления рестораном. Ты можешь накрутить сколько угодно положительных отзывов, но ты не можешь заблокировать, чтобы не было негативных. Поэтому если мы знаем, что ты сделал, например, там 1000 чеков, и у тебя среди этих 4000 чеков на вот эти смайлики нажало определенное количество людей, то сколько бы ты раз не нажимал положительный, мы все равно будем понимать, что у тебя проблемы, ну, Карл. Вот так. Ну,